Я допускаю существование пришельцев, и я вижу и чувствую, что есть энергия какая-то, и что происходит, всякие метаморфозы в нашей жизни, иногда независимо от нас. От чего они происходят, это, я думаю, что ученые будут биться над этим вопросом еще долго. Поэтому, ну не знаю, я это чувствую, я это вижу, я, ну, пришельцев я не видела, может быть, когда-нибудь увижу.